все бессильно. Бьет ни пулемет, ни утомит. Самый светлый, самый летний день в году. Рода заолела в том июне. Шаг за шагом вспоминали. День, год за годом, опаленные огнем. Губернатору Тверской области Игорю Михайловичу. Наша страна в этот день в одночасье сменила свой мирный труд на военное дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт для того, чтобы отстоять свободу и независимость нашей страны, для того, чтобы обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на нашей родине, на нашей земле. И, к сожалению, многие остались на этой войне. Это более 20 миллионов человек, которые ценой своей жизни заплатили за свободу, за наш сегодняшний день. Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась эта страшная и кровопролитная война. Сегодня на этой акции много молодежи, и это дает нам уверенность, что у нас есть будущее, что у нашей страны есть перспективы, и что мы имеем право заявить о себе полный голос и сказать, что мы великая страна, мы великий народ, мы великая держава. И в этот день, сегодня, все мы пришли сюда, чтобы почтить память наших героев, которыми мы гордимся и которые нам обеспечили завтрашний день. Вечная слава нашим героям. И пусть всегда над Россией будет светлое, чистое, мирное небо, чтобы память наших героев всегда осталась в будущем поколении. Каждый час наша кровь победителей веры Мы будем воевать в Мы будем воевать в